Всем привет! Продолжаем прохождение Дом Кипер. Попробуем сыграть в этот раз за артиллерийский купол. Возьмем задание гильдии. Можно попробовать... вот это вот на выживание миссию взять. С использованием артиллерийского купола. Так, здесь мы возьмем артиллерийский. Дрон Ярд. Можно попробовать в этот раз. О, можно выбрать стартовый. Хорошо, стартовый гаджет можно выбрать. Ну, выберем, наверное, вот эту вот броню. Хотя шпиль тоже неплохой. Попробую через броню сыграть. А, можно целых два выбрать. Ничего себе. Ну ладно, два так два. Вперед. Ой, не туда. На кнопочку надо нажать. Вот такой вот у нас стартовый купол. Отправляемся. Троечку получаем. Что у нас по прокачке? Надо будет отображение прокачать. Ну и пока все. Хотя бы будем знать, когда у нас волна. Волна не скоро, но волна будет сильная. Нужно будет подготовиться хорошо. Копаем по сторонам. У нас тут помощник появился, дрон. Хорошо. Видим, что он нам таскает ресурсы на базу потихонечку. Нам бы железо найти, было бы просто замечательно. Время-то тикает. Без железа мы не отобьемся. Не построим улучшения. Наконец-таки железо. Давайте почитаем, что вообще у дронов есть на прокачку. Вот они. Дрон Ярд. Здесь есть разный у нас транспорт дрон. Угу. Увеличивает количество дронов и увеличивает скорость дронов. Battle Grid. Интересно. Используйте группу боевых дронов для защиты от ближайших монстров. Интересно. Тут увеличивается количество дронов. Тоже количество дронов. Хорошо. Это что у нас? Перезарядка. Временно залейте дроновую площадку водой, чтобы произвести больше дронов в следующей битве. Окей, хорошо. Такие вот у нас дрончики получаются. Сейчас нам нужно в бур, наверное, вкачаться. Вкачиваемся в экономику в данный момент. А потом уже будем максить именно оборону нашего купола. Чтобы прокачать скорость передвижения. Так, хорошо. Скорость прокачали. Ищем дальше ресурсы. Сюда копать смысла нет. Сюда тоже. Будем копать мягкие породы.
О. Сейчас прокачаем грузоподъемность. По-любому она нам нужна. Так. Отлично. Тащим ресурсы. Вот здесь можно... А, за водичку можно было прокачать. Скорость дронов. Что ж я так, надо было раньше вкачать. Или они у меня не появятся сейчас? Может быть, нужно, чтобы волна врагов закончилась какая-нибудь, тогда они появятся. Я столько ресурсов вкинул в никуда, получается. Так, у нас здесь пещера. Водичка, пускай он таскает потихоньку. Мягкие породы сейчас раскопаем. Ищем железо. Вот оно, железо. Хорошо. Довольно-таки много железа. Пускай дрончики наши таскают. Или он один все еще? Нет, появились у него друзья. Такие же дроны, как и первый наш дрончик. Ну, пока что дроны — это прям нечто супер мощное в плане экономики. Не таскают ресурсы. В это время я копаю. Не трачу столько времени на перенос ресурсов. О, вот здесь очень много железа. Наконец-таки хорошая попалась жила. Вполне можно и вернуться с ресурсами. Сколько уже натаскали ресурсов? Сейчас посмотрим. Прокачаю, пожалуй, наверное, бур. Да. Я думаю, мне он пригодится. Индикатор. Ресурсы. Календарь, сколько волн мы пережили. Есть ли смысл? Так, по поводу дрончиков. 2-2. 4-2. Боевые дроны. Battle Grid. Прокачаю. Хотя, наверное, сейчас смысла не было его вкачивать. Battle Grid. Наверное, был смысл качать именно количество транспортных дронов. Так, здесь ничего не видно. Артефакт маленький нашли. Тащим его на базу. Он нам пригодится, конечно же.
Ну, посмотрим, что у нас за артефакт выпал. Надо, конечно, сейчас именно максить прокачку дронов, бур прокачивать. Да, именно на это нужно делать упор. Посмотрим еще, какая волна будет противников. Mushroom Farm. Такой я еще не видел. Интересно. Тут она выращивает нам грибы, да? Вырастить грибы в своем подвале, которые можно посадить внутри шахты, чтобы получить бонусы к скорости добычи полезных ископаемых. Окей, ну возьмем. Так, ресурсы надо отвести. Возьмем, наверное, еще побольше дронов. А, вот грибочки можно прокачивать. Speed buff duration. Так. Они дают, похоже, что в области своего нахождения дают нам, получается, баф. Еще один дрон и скорость прокачаем. Возьмем грибочек. Мы уже довольно-таки глубоко закопались. Может, сюда, в эту сторону покопать? Посадим. Он еще должен вырасти, насколько я понял. Водичка. Тут почва не очень хорошая для раскопок. Не, мне здесь не нравится копать. О! Получаем баф. Ну, небольшой баф такой. Правда, я в таком месте посадил этот гриб неудачным. Здесь снова почва нехорошая. Копаем там, где почва не такая прочная. Я думаю, что задача у нас сейчас не супер сложные, и поэтому все мои ошибки, которые я сейчас делаю, я думаю, что игра нам должна простить, так как это первые миссии. Ну а в будущем, конечно же, надо будет все более осознанно делать и более эффективно. Очень долго копаем. Ну капец. Надо бур качать. А ресурсов не так много. Капец. Как долго мы раскапываем? Может, здесь что-то будет из железа? Водичка тоже пригодится. Тут почва помягче. Терпимо. Здесь уже все. Копать не вариант. Вот железо нашли. Залежи. Неплохо. Наши дроны сейчас оттаскают все это дело, а мы здесь мягкую породу пока пораскапываем. Наверняка здесь должно быть еще железо. Вот еще и артефакт попался.
Водичку, водичку не утаскивайте. Она мне тут пригодится. Так. Используем воду. Копаем здесь железо. Дрончики наши тут все потаскают. Так. Не залазит все. Все, летим на базу. Сейчас надо ресурсы скинуть, артефакт скинуть. У нас уже довольно-таки много ресурсов там накопилось. Надо бур прокачать. Дронов еще, наверное, прокачать. Воскрешение купола, которое я обычно всегда беру. И у нас тут еще. Это у нас... Реактивный импульс. Куполовая броня сохраняет часть кинетической энергии от полученных атак, в конечном итоге высвобождая ее сильными импульсами. Ага, понятно. Но я лучше возьму воскрешение купола. Мне так будет спокойней. Прокачаю бур. И надо потихонечку качивать, начинать уже именно непосредственно наш купол. Боевую часть купола. Крушитель монстров или взрывчатые вещества. Я, наверное, крушитель монстров возьму. Вот на будущее. Здесь у нас что? Пока... Пока ничего не вкачаю. Здесь у нас прочность увеличивается. Но нужно много ресурсов. Очень много ресурсов. Что-то у меня закрадываются подозрения насчет того, смогу ли я отбиться или нет. Уж как-то я копаю и расходую ресурсы не очень правильно. Ладно, посмотрим, к чему это приведет. Прокачал я бур, но все равно почва попадается очень прочная. Долго приходится копать. Здесь что-то... Вот, железо. Отлично. Выкопали еще немножко железа. Это радует. Пускай наши дроны сейчас все поперетаскивают. Скорее всего, насколько я понял, надо вначале максить дронов. Ну и бур. Скорость и грузоподъемность не так важны. А вот дроны на максимальной прокачке, они, скорее всего, очень хороши. Экономят кучу времени. Здесь прокопал. Дроны еще это даже не перетащили. Да, три дрона как-то медленно таскают ресурсы. Такое ощущение, что они уснули на базе. Куда они делись? Они ушли на перезарядку, что ли, какую-то? Вроде летают довольно-таки быстро. Потащили ресурсы. Помогу немного дроном. И сейчас надо именно сконцентрироваться на добыче железа. Как можно больше собрать, чтобы дроны успели
потаскать их. Ну вот 5 дронов у нас. Таскают они потихоньку. Летим дальше, искать ресурсы. Здесь ничего. Грунт здесь жесткий. Здесь есть мягкий грунт. Сейчас посмотрим, что здесь удастся раскопать. Что-то здесь ничего не видно. Водичка пригодится. Ну и вот это железо, не знаю, как долго я его буду выкапывать. Очень долго. Там еще один кусочек. Но дроны пока сюда не прилетают. Еще. Еще. Так, здесь мы все выкопали. Идем дальше. Летят дроны сюда, наконец-таки. Мы уже, похоже, до самого низа, что ли, докопали. Ух ты, какая тут пещера интересная. Как много железа и артефакт есть. Но артефакт требует воду, скорее всего. Да, я вижу воду снизу слева. Сейчас мы эту водичку добудем. Артефакт добудем. И отвезем на базу. Не знаю, возят ли дроны артефакты. Да, пока мы доберемся до базы, такое ощущение, что уже нападение будет. Потихонечку летим. Уже 29 железа. Так, куда мне лететь вообще? Сюда. 6 воды и 4 у нас кобальта. Если что, мы можем подхилить наш купол за счет этого ресурса. Вот, еще что-то новенькое. Оглушительный взрыв. Выстрел из миномета настолько мощный, что ближайшие монстры на некоторое время оглушаются. Ну, прикольно, возьмем. Будем глушить противников. Что мы можем здесь прокачать? Ну, здоровье, естественно. Оставшееся воскрешение. Так, что у нас? 2 воскрешения. Качаю. Ну и здоровье полностью. Все, купол вкачан в плане здоровья на максимум. Единственное, у нас оборонительные возможности очень скудные получаются. Надо срочно найти много железа. Может, здесь где-нибудь есть поближе. Здесь есть артефакт и железо. Хорошо. Хорошо, что удалось найти. Сейчас пока доставим. О, еще ресурс. Так, уже совсем скоро пойдут противники. Ощущаются толчки.
Противники приближаются. Датчик ресурсов, зонд. Встраивает в ваш скафандр специальный зонд, который при срабатывании испускает импульс. Я, наверное, возьму кобальт. Пускай будет у нас больше хила. Копаем здесь дальше. Ищем железо. Очень бы хотелось дрончиков прокачать. Для этого потребуется довольно-таки много ресурсов. Не густо пока по железу. Что у нас по дронам? Так, вот. Боевых дронов хочется прокачать как можно больше. Дрон спаун тайм 8 секунд. Окей, вкачиваем. И вот это вкачиваем. Здесь у нас... А, не хватает ресурсов, жаль. Тут, наверное, уменьшу перезарядку в будущем. Здесь пока ничего прокачать не смогу. Нужно больше железа. Маловато пока железа. Дрончики вроде таскают, но нашел я недостаточно много. Уже, кстати, скоро атака. Вода. И еще железо. Так, наверное, не успеем. Уже совсем скоро атака. Будем надеяться, что наши дроны еще хотя бы чуть-чуть ресурсов доставят. Ну, я купол вообще практически в боевую часть не прокачал. Да, я думаю, что не очень все хорошо для нас сложится. Взять ли вот эту штуку? 3-3. Или все-таки закинуть чисто на дронов? В следующей битве. Силу боевых дронов увеличивает. Вот так вот могу вкачать. На максимум не получится, к сожалению. Закинем водичку. Ну и что? Еще бы вспомнить, как стрелять с пушек. Ого. Да, урон у нас очень маленький. Че, я не попадаю? Надеюсь, за счет воскрешений получится пережить эту волну. Ну, довольно-таки легкая была волна. Несмотря на то, что я вообще не попадал ни в кого толком. Ничего не вкачивал в мортиру. Открываем новый элемент. Новая боевая способность устройства.
паразитические дроны какие-то. Что они делают? Выпускайте дронов, которые прикрепляются к самым сильным монстрам, которых они могут найти, и ослабляют их. Монстр впоследствии получит больше урона и будет постоянно оглушен. Угу. Ну, можно было наблюдать дрончиков моих, которые вместе со мной сражались. Это было довольно-таки интересно. Можно взять вот эту миссию, собрать 200 железа. Как раз тайм-лимит 30 минут. Вполне можем успеть сделать. Также воспользуемся артиллерийским куполом. Я просто забыл, как вообще из него стрелять. Надо шифтом, это у нас зенитка. И пробелом нужно регулировать полет снаряда нашего основного калибра. 30 минут, поехали. Ищем железо. Надо понять вообще волны, как тут что. А, тут противников что, нет? Не пойму. Это миссия без противников? Не совсем понимаю пока что. Пока мягкая почва. Ладно, копаем стороны. Нашли железо. Тащим его на базу сразу же. Похоже, что противников в этом режиме не будет. Могу смело предположить. Прокачиваем бур. Ну ничего, ладно. Не воспользуемся артиллерийским куполом. Не страшно. Еще успеем им воспользоваться. Еще немножечко ресурсов. Да, ну такими темпами я, конечно же, долго буду все это дело таскать. У меня есть дрончик. Помощник. Сейчас надо прокачать побольше дронов. Я уже со вторым сверлом могу более-менее нормально копать. Раз. Два. Вот так мы сделаем. Это что? Автоматическая починка. Ладно, пока не будем ее вкачивать. Сейчас моя задача основная — это находить ресурсы, а дроны уже потаскают. Окей, тут нашли. Копаем дальше. Еще железо. Здесь все, больше ничего нет. Копаем вниз, находим еще железо в пещере. Ищем почву помягче и копаем туда. Здесь у нас артефакт. Как раз водичка у нас сама прибежала. Возьмем артефакт с собой. Поищем еще ресурсы. И прокопаем тут выход. Сейчас доставим артефакт. Надеюсь, он какой-нибудь экономический, а не боевой. Здесь даже прокачивать боевые навыки нельзя.
Боевые исследования нельзя делать. Измельчить в кобальт. Ладно. Окей. Добавим немного скорости. И увеличим количество дронов. Можно добавить скорости нашему инженеру. Я еще ни одну отправку не совершил ресурсов. Так, здесь все пока. Упс, железяка упала. Еще нашли залежи. Хорошо. Прокопаем вот здесь. Тут у нас отдаление камеры происходит. Окей. Ну, пока железа нет. Жаль, уже много прокопали. Только водичка здесь. Где нам найти 200 железа, я пока не могу представить просто. Я думаю, где-то на половине таймера уже надо будет отправлять. Хотя, наверное, даже и раньше надо отправлять. Но пока я дронов не прокачаю на максимум, смысла нет управлять ресурсы. Мне еще инженера надо прокачать обязательно. На дронов надейся, но самим тоже нужно таскать периодически. Слишком уж медленно дрончики таскают. Бур. Ну, пока в нашего инженера все вкладываем. Прокопаем вниз. Копнем немножко в сторону. Да, вот здесь есть железо. Довольно-таки много. Много мягкой почвы, которую мы с удовольствием покопаем. Очень много ресурсов валяется. Наши дроны не успевают. Просто не успевают. Будем им помогать. Если там отправки по 20 единиц, то нам нужно 10 отправок всего совершить. Итак, что мы можем сделать? Я бы хотел дронов прокачать, но воды у нас нет. Надо прокачивать дронов обязательно. Так, отправку я не могу совершить. Ладно, грузоподъемность тогда. Дефицит воды образовался. А вот единичку сейчас дрон привезет. Еще немного покопаю, и надо будет привезти ресурсы на базу.
Найти бы еще залежи руды какой-нибудь. Копаем только мягкие породы. Вот водичка, хорошо. Она нам пригодится. Еще немножко железа. Отлично. Сейчас здесь подкопаем и полетим на базу. Прокачаем наших дрончиков. Три воды. Прокачаем им скорость. И одного дрона добавим. Также я добавлю, пожалуй, бур. И я думаю, уже можно потихонечку подумывать об отправке ресурсов. По крайней мере, хотя бы одну-две партии надо отправлять. Сильно не задерживать с отправками. Потом можем просто не успеть. Я не знаю, насколько это все быстро или медленно происходит. Так, вот здесь железо. Вроде бур прокачал, но как-то все равно слабенько бурится. Ладно, отвезем вручную и совершим, наверное, отправку первую. Не хватит, что ли? Нет, не хватает. Ладно, пока есть вода, тогда качаем дронов. Они стали еще быстрее и на одну штучку больше. Все равно куча ресурсов лежит. Но они стараются, я вижу, они стараются. Находим артефакт, надо будет его опять нести на базу. Но прежде чем мы его понесем, надо будет железа побольше накопать. Чтоб нашим дронам было чем заниматься. Наше отсутствие. Все так прокопаем. Вот, они пошли уже, полетели эти ресурсы таскать, молодцы. Оперативно стали работать. Еще вода для прокачки дронов. Надо еще железо найти. Вот здесь где-то есть, да. Ну, опять же, эта миссия легкая, поэтому вполне шансы у нас большие на прохождение, даже если я начну подтупливать. Так. Ну так, полетим. Посмотрим, что за артефакт попадется. Вот,
Вот, что-то новенькое. Упаковщик ресурсов. Установите свой костюм упаковщик ресурсов, который может упаковывать и сжимать несколько ресурсов в связку, что упрощает их транспортировку. Прикольно. Получите мобильную станцию, работающую по рельсам, прямо под куполом. Войдите на станцию, чтобы удаленно управлять своим куполом изнутри шахты. Прикольно, но я возьму упаковщик пока что. Попробуем им воспользоваться. Воду не доставили, делаем отправку первую. Воды у нас нет, поэтому совершаем отправку. Как пользоваться этим упаковщиком? Еще вопрос. Какую кнопку нажимать? Я такой, что могу даже за эту серию и не понять, какую кнопку нажимать нужно. Так, сейчас мы прокопаем, чтобы были ресурсы для доставки. Ага, здесь у нас похоже, что ничего нет. Плохо. Надо искать. Опа. Два кобальта надо. Где их еще найти? Эти два кобальта. Не нашел я ресурсы на доставку. Сейчас дроны будут бездельничать. Поищу здесь. У нас артефакт за воду. Первонаперво найти железо. Сейчас задача. Где железо? Куда оно делось? Пропало? Здесь мягкий грунт. Покопаем. Ну вообще. Пропали ресурсы. Наконец-то. Ну, этого железа, конечно же, недостаточно. Чтобы выиграть игру, надо еще собирать. Возможно, придется бур прокачать еще разок. Уж очень медленно копаю. Возьму, наверное, немного ресурсов. Возьму артефакт. Надо прокачать бур. По-другому не вариант. А, упаковщик, надо было как-то им воспользоваться. Какой же буквой? А, вот. Там написано. Устройство 1F, устройство 2R. Или F, или R, короче. Надо будет воспользоваться. А, тут просто кобальт выпадает. Прокачиваю бур и делаю отправку. Осталось 8 отправок. Довольно-таки много осталось. Сейчас опробуем упаковку
обязательно. Чтобы наши дроны быстрее таскали ресурсы. Аж чуть-чуть подвисла игра, когда я нажал F. Но хорошо, что она полностью не зависла. Упаковали мы 4 ресурса в 1. Очень удобно. Копаем мягкую породу. Продолжаем искать железо. Вот оно тут есть. Так вот, упакуем. Интересно, какая скорость перезарядки у этого упаковщика. Ага, перезарядка. Еще один артефакт, но он, скорее всего, нам только кобальт даст. Раз водичка неподалеку. Не работает способность. Ладно. Еще железо. Отлично. Я услышал звук окончания перезарядки. Да. Похоже, у меня просто-напросто нет индикатора, который бы показывал перезарядку. Еще перезарядка пока не закончилась. Во. Перезарядилась. Ну, 4 в 1 кубик преобразует. Ладно, пойдет. Его наверняка можно прокачивать. Здесь у нас такая пещера. Такое ощущение, что здесь дно пещеры. Дно шахты нашей. Интересно. Неужели так и есть? Елки-палки, мы докопались до дна, а ресурсов собрали очень мало. Тут очень почва прочная. О, вниз копать это вообще очень долго. Нужно еще бур прокачивать. Еще один артефакт. Так уж и быть, возьмем его с собой, наверное. Ну, где железо? Еще бы найти залежи железа, было бы классно. И можно на базу лететь. Отвозить артефакт. Во, нашли. О, довольно-таки много железа здесь. Отвезем артефакт. Тот артефакт я, наверное, не буду отвозить. Не знаю, успею или нет. Хотя бы один отвезти. Еще бы количество ресурсов прокачать, чтобы показывало. Надо по бокам еще раскопать, желательно. Киська волнуется.
Телепортер. Преобразователь ресурсов. Вот, преобразователь ресурсов мне может помочь, я думаю. Одну воду в три железа. Хорошо. Как тут проходят циклы? Правда, интересно. Так. Вот они, наши ресурсы. Здесь конвертер. Единиц кобальта за одну единицу железа. Время обмена. Автоматическая конвертация. О, возьму. Пускай. Единиц воды за одно железо. Ну, прокачаю. Время обмена. Прикольно, что тут можно вот этот преобразователь ресурсов довольно-таки интересно использовать. Текс. И отправим еще одну отправку. Так, что у нас тут? 7 может преобразовывать. Здесь применение количество больше. Не знаю, есть ли смысл это прокачивать. Я лучше, наверное, даже дрончиков прокачаю. Скорость. И еще два дрона. Преобразователь, надеюсь, будет работать автоматически. Будет тратиться вода и добываться железо. А, бур у меня старый остался. О, железо. Если мне нужно там еще 7 отправок, то это значит 140 железа мне как-то надо найти. Да, вот два применения способности. 120 железа. Здесь у нас 7, 11, 15, 16. Короче, еще нужно где-то 110 железа найти. Будем заниматься поисками. Обалдеть, 110 железа. Жесть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Что-то такое. Ну, короче, еще 95 где-то железа надо найти. Концентрируемся на поисках ресурсов. Да, бур мне надо было еще прокачать. 92, 89, 87, 85. Ну, где-то 80 еще осталось. Здесь много железа, это очень хорошо. По 8, 10, 75 осталось. 73, 71, грубо говоря, 70. А время заканчивается тем временем. На воду, наверное, не стоит отвлекаться, хотя вода тоже нужна. Ну, тут разведку, наверное, стоит произвести. Сейчас два железа потрачу. Раз. Два. Ну, особо толку это не дало. Так, 70... 55. Ну, где-то около 60 еще железа нужно найти.
Раз, два, три. Наверное, сейчас вот это железо я отвезу на базу. Потому что дроны могут не успеть. Воу, куда лететь-то? Ёлки-палки. Лабиринты такие. У нас артефакт, оказывается, был довольно-таки близко. О, вижу железо. Значит, та разведка была все-таки неплохой. А, тут нужно забирать ресурсы. Еще 60 надо отправить. 60. Вот это железо я выкопаю обязательно. Там вон водичка была совсем рядом. Так, 14. Ну и того получается 36. 46 ресурсов мне нужно добыть. Ладно, ищем железо, пока его не видно здесь. Вот тут справа, может быть. Нет. Летим тогда вниз туда. Вот эта просветка неплохая, по сути, оказалась. Возьмем эти все ресурсы. Оттащу. Не теряем ресурсы. Так, наш преобразователь не преобразует, да? А, его нужно было включить. Да, елки-палки. Сколько я ресурсов из-за этого не преобразовал. Осталось 9. 9 железа осталось доставить. 8, 7, 6, 5. Ну, думаю, что... миссию мы пройдем. Ага. А железо-то закончилось. А мне, похоже, одного железа и не хватит. Все, лечу на базу. Отправляю последнюю партию. Надо успевать. А, железо полетело. Куда? Ладно. Все. Победа. Хорошо. Кое-как я все-таки справился. Еще. Быстрые дроны открылось. Ну и что, у нас уже появляются тут медальки потихонечку. Тут появляются новые контракты. Ладно, это уже будет в следующих сериях. Если наберется 50 лайков на данной серии, я обязательно выпущу продолжение. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока.